Здравствуйте, в эфире новости Первоуральска, в студии Алексей Вербицкий. Сейчас о главных событиях этого дня. В Первоуральском суде поставили точку в громком деле Михаила Дегтяря. Жители Красноуфимска обвиняли в умышленном убийстве своей сожительницы. По версии следствия, подсудимый поссорился с возлюбленной, вытолкнул на дорогу под проезжающий автомобиль. Присяжные с этим не согласились. Суд приговорил признать Михаила Валентиновича, Дегтяря Михаила Валентиновича, невиновным и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за отсутствие события преступления в соответствии с пунктом 4 части 2. Прокуратура настаивала на том, что Дегтярь совершил убийство. Трагедия произошла в ноябре 2015 года. Осенью 2022 года Михаилу Дегтярю назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Но освободили от наказания из-за истечения срока давности преступления. Родственники погибшей не оставили попыток доказать вину Дегтяря. Уголовное дело теперь уже по факту умышленного убийства рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, но они посчитали, что Дегтярь невиновен. Первоуральский суд признал за ним право на реабилитацию и отменил подписку о невыезде и надлежащем поведении. На обжалование приговора у сторон есть 15 дней. Малейший затор на дороге может привести к роковым последствиям. Об этом не устают напоминать сотрудники МЧС и ГИБДД Первоуральска. Сегодня специалисты вышли в первый в этом году профилактический рейд. Автоцистерна МЧС, за ней патрульная машина ГИБДД. Задача пожарных и автоинспекторов – беспрепятственно проехать перекресток. Обязанность других участников движения – предоставить преимущество спецтранспорту, едущему на вызов. Так проходит рейд «Уступи дорогу». Сегодня в маршруте несколько перекрестков. Проезд по каждому из них имеет свои тонкости. То есть в одних случаях автомобиль с включенной сигнализацией может совершить объезд через полосу встречного движения. И в некоторых случаях это невозможно. И тогда водитель, который стоит на запрещающий сигнал светофора, должен принять для себя решение совершить выезд на перекресток и уже, то есть, пропустить автомобиль. Параллельно с нами из пожарной машины съемку ведет и сотрудник ГИБДД, чтобы в нужный момент зафиксировать нарушение. В это время его коллега оценивает дорожную обстановку за рулем патрульной машины. Ну, есть свободное место. Здесь все нормально. Проехав с десяток перекрестков, выявить тех, кто помешал проезду спецтранспорта, к счастью, не удалось. Результат рейда «Уступи дорогу», говорят проверяющие, хороший. Чего нельзя сказать о втором мероприятии – двор. Сегодня, по легенде, возгорание произошло в доме номер 38 на улице Ватутина. Проехать к месту потенциального ЧП бригаде огнеборцев не удалось. Можно узнать владельца данного автомобиля? Он нам мешает проезду пожарной техники. Сейчас мы установим его данные. Лично, да? Да, созвонимся с ним и примем меры. Через пару минут проверяющие определили хозяев 2 авто и наведались к одному из них в гости. Во-первых, надо будет переставить в более безопасное место, а во-вторых, мы должны на вас будем составить протокол в форме предупреждения, чтобы впоследствии, в будущем, вы больше не нарушали. И если женщина получила лишь предупреждение, то второму нарушителю, который не вышел на связь, грозит штраф за помеху проезда спецтранспорта. Как говорят сотрудники оперативных служб, при парковке машины водитель должен учитывать остаточную ширину проезжей части – 3 метра. Цель сегодняшнего профилактического мероприятия – не выявить каких-либо нарушителей, не наказать их, а тем самым мы привлекаем внимание к столь важной проблеме в случае возникновения каких-либо опасностей, возникновения пожаров, чтобы люди уступали дорогу пожарным автомобилям, когда они спешат на вызов. Также следили за припаркованными своими автомобилями. Как говорят специалисты, первый профилактический рейд в этом году показал, люди стали более сознательно и ответственно относиться к правилам дорожного движения. Виталий Мотин, Михаил Пиранков. Новости Первоуральск. Долгожданное событие для 1500 жителей микрорайона «Совхоз». После длительного перерыва там вновь открылось почтовое отделение. Учреждение приостановило работу из-за пожара, а сейчас уже принимает первых посетителей. В их числе были и наши корреспонденты.
От случившегося здесь пожара не осталось и следа. Обновленное почтовое отделение в микрорайоне совхоз сегодня встречает не только местных жителей, но и тех, благодаря кому оно было восстановлено – промышленников и предпринимателей, в их числе представители Первоуральского новотрубного завода ТМК. Получили обращение в Западный союз промышленников и предпринимателей с просьбой помочь отремонтировать данный объект. Значит, мы с коллегами посоветовались и, собственно, приняли решение о том, что мы это сделаем. Это такой социально ответственный бизнес на территориях присутствия, и это, мне кажется, очень важно. Почтовое отделение в микрорайоне совхоз не работало с 2019 года. Многим жителям приходилось ездить в соседние, в Талицы. Недавно здесь отремонтировали помещение, заменили окна и двери, обновили стены и входную группу, оборудованную пандусом. Очень хорошо, светло, просторно, тепло. Клиенты очень добродушные, хорошие. Очень хорошо все. Тут удобно, ближе, чтобы не ездить. Ежедневно здесь ждут примерно 20 посетителей. Они могут отправить и получить посылку, узнать новости, а также заплатить за коммунальные услуги, телефон или интернет. Придешь, заплатишь – это раз. Пенсию получишь – это два. Это немало. Я до сих пор еще получаю пенсию на почте. Более 1500 жителей обслуживаются здесь. Действительно, очень востребовано. Я думаю, что оно будет и рентабельно, и полезно, и в таком красивом виде оно сейчас обеспечивают и комфортные условия для жителей, и для сотрудников. Это отделение, несмотря на то, что оно маленькое в одно окно, оно ничем не уступает отделению крупному с многими окнами. Небольшие помещения, почти 30 квадратных метров площадью, одновременно напоминают и продуктовый, и констовары, и хозмаг. Как говорят сами жители, теперь почта снова стала местом, куда они будут приходить с удовольствием. Как пообещали специалисты, работать отделение будет 5 дней в неделю, со вторника по субботу. Николай Свердлов, Алексей Вербицкий, Денис Храмцов. Новости. Первоуральск. Первоуральские врачи и фельдшеры получили новые автомобили. Две отечественные машины «Лада Гранта» и «Лада Нива» теперь будут на службе медучреждений городского округа. Торжественная церемония вручения ключей от спецтранспорта прошла сегодня в столице Урала. Это очередная партия автомобилей, которая предназначена для врачей, фельдшеров, медсестер, пациентов, для перевозки биологических материалов. И все это мы получаем благодаря национальным проектам Российской Федерации. На церемонии собрались представители 35 медицинских учреждений Среднего Урала. Им вручили 41 автомобиль. Машины закуплены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области». Всего же за время реализации программы уральским больницам передали более 300 единиц служебного транспорта. Он призван повысить оперативность и качество оказания медицинских услуг, в том числе и в отдаленных и труднодоступных районах. Каждый автомобиль имеет свои индивидуальные особенности. Это есть и легковые, переднеприводные автомобили, и полноприводные автомобили, которые мы вручаем для больниц, которые находятся в той местности, где именно требуются труднопроходимые районы, чтобы врач всегда мог добраться к своим пациентам. Золотые руки и орлиный глаз. Международный день ювелира отмечается сегодня. Мои коллеги встретились с представителем этой интересной профессии и узнали, как создаются шедевры из камня. Миллиметр за миллиметром Александр Мирошников придает Мариону огранку. Еще немного, и черные грани минерала заиграют под лучами солнца. Уникальную форму мастер придает любому камню, попавшему в его руки. Никакой магии в этой работе, рассказывает уралец, нет, только долгий и кропотливый труд. Сперва создается эскиз, затем камень проходит обработку. И только тогда Александр приступает к спайке металла. Уникальное украшение мастер создает более 40 лет. Каждую детальку надо обточить. Каждый камень тоже обточить, отполировать. Это там столько процесса. Вот. И поэтому тут адское на терпение и любовь к этому делу, конечно. В уральский минерал Александр Петрович влюбился еще в юности. Не пропускал ни одной геологической выставки, стал больше интересоваться камнями. Некоторые даже попадали в его коллекцию. Камни, найденные во время походов и путешествий, мастер и по сей день использует в работе. Друзья все занимались ювелиркой, и стали так уже на профессиональном уровне работать. И дальше уже, естественно, появилось желание как-то этот камень
во что-то вставить. Его изделия можно узнать по контрасту, особой лаконичности и гармонии. Александр Петрович любит сочетать темные и светлые оттенки. Работы Александра Мирошникова не раз можно было встретить на выставках камнерезного и ювелирного искусства, причем не только на Урале, но и в других городах. Новая экспозиция «Космический странник», говорит мастер, это подарок самому себе к юбилею. В этом году мастер отмечает 70-летие. Свой авторский стиль он нашел довольно рано, и в последние 25 лет его работы узнаваемы именно его подходом лаконичным, выбором определенной цветовой гаммы. Вот среди этой пестрой палитры пейзажных камней, драгоценных камней, все-таки выбирает свою монохромную гамму. По собранным экспонатам можно определить, в каком году появилось то или иное изделие. И эту коллекцию, говорит Александр Петрович, обязательно пополнят новые украшения. Новый год в жизни мастера – это начало новой эпохи в его творчестве. Николай Свердлов, новости Первоуральск. И на сегодня это все новости. О других интересных событиях сообщайте нам по телефону 64-9292. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру, а также в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи.